Как установить камеру видеонаблюдения, мы покажем на примере камеры Moi ActiveCam. Начнем с монтажа камеры. В комплекте поставки с камерой идет трафарет разметки крепления. Обратите внимание, что наша камера имеет ИК-подсветку, и объектив камеры должен быть направлен в том же направлении, что и ИК-подсветка. Приблизительно прикинув необходимый угол обзора, наклеиваем трафарет на стену или потолок. Намечаем отверстие для монтажа. Разбираем камеру, снимаем корпус. Прислоняем камеру на место установки и с помощью саморезов крепим камеру. Далее подключаем камеру к регистратору Trasir Mini NVR через сетевой разъем. Камера будет питаться по технологии POE. Заходим в настройки регистратора, выбираем раздел IP-устройства и в меню справа находим нашу камеру. Далее нажимаем «Добавить». Все, наша камера подключена и начинает запись архива. Заходим в настройки устройства. Тут при необходимости мы можем сменить IP-адрес камеры, логин и пароль, произвести необходимые настройки. А перейдя в раздел «Настройка канала», можно произвести полную настройку камеры без необходимости входа в ее веб-интерфейс. Открываем окно обзора камеры и уже более точно настраиваем ее угол обзора. Прикручиваем корпус камеры. Наша камера установлена и работает. Спасибо за внимание и до скорых встреч!